Добрый день, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня будет вот такой обзор огурец Шоша. Друзья, вот этот огурец я посадила месяц тому назад. Конечно, я, честно скажу, не ожидала таких результатов. И вот смотрите, через 2 дня у меня эти семена взошли. Где-то 15 дней они у меня были в пол-литровых стаканчиках. И когда они уже подросли, я им сделала перевалку вот в такие 5-литровые от питьевой воды бутылки. И на данный момент некоторые огурцы отцвели, некоторые огурцы цветут еще. У них уже высота, смотрите, друзья, какая. Они растут все выше и выше. И очень много завязи. Это огурец Шоша. Он меня, конечно, поразил. Зимой я высаживала огурец сибирский коллекционный. Но у меня не получилось. Хотела к Новому году сделать, как бы, урожай свежих огурцов собрать. Но зима есть зима. Видимо, не хватало света. Сейчас на данный момент эти огурчики стоят у меня на подоконнике на южной стороне. И вот так вот они плетутся все выше и выше. Сначала они у меня стояли в парнике. Вот это, в общем, парник. Получается, вот это вот парник. Вот. На нем была натянута пленка специальная на замках. Так как сейчас сильно припекает солнце, эту пленку мне пришлось снять, чтобы огурцы мои не сварились. Так как солнце светит сейчас у нас очень ярко, и я переживаю, чтобы огурцы от солнца не стало им хуже. И вот смотрите, друзья, сколько завязей. Вот которые огурчики уже отцвели. Вот завязей просто бесподобно много. Что я сделала? Как только у меня взошли огурчики, буквально через неделю я начала их подкармливать мочевиной. Мочевина – это азот. Раз в 10 дней я сделала подкормку мочевины. Этого было им достаточно, чтобы пойти хорошо в рост. После 10 дней, после подкормки мочевины, я их подкормила анушкой, которая содержит очень много микроэлементов. И вот буквально совсем недавно, 29 марта, я подкормила их монофосфат калия и сделала им опрыскивание. Теперь до 9 апреля я их подкармливать не буду. Буду просто делать тщательный полив. Сейчас их надо поливать очень много, так как у нас огурчики набирают, наливаются. Им нужна вода, им нужна сила. Подпушиваю я каждый день. Раньше я поливала через день, а теперь поливаю я каждый день эти огурчики. Вот смотрите, какие уже огурчики у нас. Ну и в дальнейшем, как будет расти наш огурец, естественно, я вам буду его показывать. Конечно, зимой очень сложно на подоконнике вырастить огурцы. Во-первых, от окон идет холод, а в комнатных условиях под лампой, ну, все равно им недостаточно освещения. Хотя у меня стояло 2 лампы, это было все бесполезно. Вот, думаю, что к 1 мая мы с вами соберем хороший урожай огурцов. И моя затея удастся, мой план, который я поставила перед собой, будет выполнен. В общем, друзья, вот такой вот обзор. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк, пишите комментарии. Вам желаю я хорошей, крепкой, здоровой рассады. Всем крепкого здоровья, что самое главное сейчас в нашей жизни, берегите себя.
С вами был сад-огород с любовью. Всего вам доброго!